Всем доброе утро, друзья! Я уже готовлю обед. Так, девчонки, у меня здесь косточка, которая вот мясо я покупала. Она, в принципе, уже сварилась. Я уже запустила сюда картошечку. Вот. Так что мяско сейчас достану. А здесь у меня уже зажарочка. Вот, морковка с лука, немножко масла, зажарочку закинула, мясо достала, сейчас общипаю, сейчас добавлю свою приправку сухую. Перемешать можно. Все равно, я думаю, оседает. Так вот. Сейчас закинем еще одну вкуснятину. Кубик. Вот именно Галина Бланка. И сейчас начнут писать. Девочки, это та же самая приправа. Та же самая приправа. Ну, вкусно. Так, и закинем лаврушечку, и суп наш готов. Картофельный. Просто картофельный суп. Ну, так вот. Желание мужа. Желание мужа исполняем. Все. Сейчас еще покипит и выключу. А второе будет блюдо у нас мое желание. А это мое желание. Капуста квашеная, маслом залила. Сейчас это все уберу. Мяско сейчас подщипываю. Вон сколько мяса. Горячее еще. Сейчас лучка сюда. Нет, второе блюдо сейчас попозднее немножечко начну делать. Ну, да еще с кусочком мяса. Да еще бы картошечку. Ничего больше не надо. Вот такой вот красивый супчик. И мясо, смотрите, сколько. Очень даже прилично. Вот. Сейчас лаврушку уже уберу. Она уже свой отдала запах. Просто картофельный суп. Борща уже наелись, не хочется. Я бы, конечно, кинула или бы геркулеса, или бы вермишельки. Вот-вот отливай себе в другую кастрюльку и добавляй. Ну, посмотрим. Сегодня поедим картофельный, а там можно будет и добавить. Все, суп готов. Ну вот, девчонки, дошло дело до моего блюда. Яйцо. Разбиваю. Ой, так. Щепотку соли. Ну как щепотку? Чайной ложечки можно. Много делать не буду, потому что Саша вряд ли будет это, а нам с Катериной хватит. Так, ну сколько?
Не знаю. В общем, на глаз кефир 50 миллилитров где-то. Чуть-чуть соды. Надо пересыпать в стаканчик. Сода-то есть. Вот так. Сейчас я на... чтобы загасилось. Девчонки, что я буду делать? Галушки. Галушки. Хватит, не хватит. Хватит. Все, хватит. Галушки я давно хочу. Так, кефир убираем в холодильник. Сразу, девчонки, хочу сказать, много рецептов на галушки. Просмотрела вот несколько видео. Ну, я почему-то решила сделать на кефирчик. Так, муки. Сейчас. Ну и все, сейчас ложечкой еще потихонечку буду муки добавлять. Тесто такое у нас будет. Как сказать? Ну, плотненько, ну мягко. В общем, чтобы рвать. Не ложкой ложить, а как бы рвать руками я хочу. Так. Я думаю, здесь вот граммовки, ну, совсем ни к чему. Абсолютно. Если, конечно, на семью, то, конечно, надо 2 яйца там. Молока. На молоке делают, да. На воде делают. Вот. А я на кефирчике сделаю. Вот. В общем, сейчас замешиваю тесточко. Вот я даже думаю, что больше муки мне и не надо. Сейчас оно... Все это замесится. И тут уберу, рассыпала. Вот смотрите, оно у меня уже какое. Но оно как бы немножко липнет к рукам. Вот, наверное, совсем граммулечку зацеплю. Щепоточку. Во. Я думаю, и все. Оно маленечко полежит и будет нормально. Не будет липнуть. Нет, липнет еще. Но я пока добавлять не буду. Там потом посмотрю. В общем... Я думаю, многие это делали. Вот. Все, девчонки. Вот такое.
Оно полежит, и так будет липнуть. Сейчас прикроем. И все, тесто готово. И галушками я сейчас сделаю такую зажарку из свинины. Тоже много не буду делать, потому что я уже сказала, на раз покушать. Вот. Сейчас меленько порежу. Меленько порежу и лучок. И лучок. И будет у нас вкуснятина. У меня где-то на канале есть. Я делала, ой, как оно, не галушки, а клёцки. Клёцки. Хотя, как говорят, одно и то же, не знаю. Но там у меня на одних яйцах. Вот я в суп, когда делаю клёцки, суп с клёцками, на одном яйце мука, яйцо, соль, все, больше ничего. Так вот, порежу. Так, масло немножко налила. Разогреваем сковородку. Сейчас зажарочку сделаем, потом поставлю водичку для наших галушек. У меня Саша с зятем, с Лешей уехали на дачу, потому что снега нынче много. Я не поехала с больными ногами. Все. И пусть жарится. Жирок тут. Все, пусть выжаривается. Сейчас лук порежу. Снега очень много. У нас на сарайке прямая крыша. Так что вот мужики уехали. Ну, а я уж поеду, ладно, когда Лёше говорю, сфотографируй. Ну, не знаю, не забудет даже. Ну, и, конечно же, я думаю, что галушки с мясом у меня зятёк покушает. Ветер сегодня у нас. Тепло. Минус 5 вроде. Ну, ветер. Пасмурно. Вот пасмурно, видите, свет включила. Так, лучок закинула. Пока. Миша звонил, вчера звонил, сегодня звонил. Сейчас он опять сидит. Я говорю, Миша, тебе привет от моих подписчиков, друзей. Давай, ни пуха, ни пера тебе, Мишутка. Будем надеяться на лучшее. Спасибо, девчонки, кто за Мишу переживает.
Вот. Очень хорошо. Пусть еще прямо хорошо, хорошо прожарится. Вкусняшечка. Я огонечек убавила. Сейчас, наверное, под крышечку. Так, мое тесто. Вот такое вот. Руки надо чем-нибудь смочить. Видите, оно немножко липнет. Ну, это не, ничего страшного. Если мне этого мало покажется, у меня тесто осталось от секунчиков. Я думаю, что оно тоже подойдет. Опа! Вот такая красота. Все, водичку поставила уже я на сами галушки и подсолила. Девчонки, почитала комментарии насчет говядины. Ну вот на самом деле, говоришь, не люблю, все вру. Честно говоря, да, для фарша хорошо ее. Фаршик со свининкой, с курочкой замечательно. Вот и то я тут говорила, что я перепутала. Я думала, свиные купила. Ребра-то. Я слепая. Я еще вышла. Не вышла, а на улице отошли. И говорю, Саша, что так дорого-то? Честное слово. Я не оправдываюсь. Я просто объясняю. Да и мне что перед ними оправдываться? Я же девчонке говорила, я как думала, свинина. У меня очень плохое зрение. И я поела, мне больше не надо. Я ж не выкину. На 770 рублей купила. Конечно, будем есть. Да. Фарш? Хорошо. Вот я тогда в светофоре брала, оно у меня ушло в фарш. Больше в фарш. Вот. А так, конечно, свининка вот именно нежнее, курочка. И что еще? Что еще? А, насчет оператора. Девочки, ну мы же учимся. Я уж даже Саше не читаю эти комментарии. А то он вообще не будет. Конечно, я сейчас пока не буду скидывать видео. Просто буду пока учить его. Может быть, оно так и интереснее будет, ведь, да? Я думаю. Это и то еще уговариваю его. Я говорю, Саш, тебе ведь ничего не надо делать. Говорю, делай тихонечко переходы. Ну, первый раз. Я посмотрела, думаю, ну, видео жалко. Вот. Так что уж извините, конечно. Сейчас будем сначала тренироваться, учиться, а потом уж скину еще пробное какое видео. Простите, да. Есть там, есть такое, это быстрые переходы. Хотя это первый раз человек попробовал. Все равно тоже надо немножечко. Тем более, я говорю, ты старайся... Ну, вы сами понимаете, мои движения. Если я бы пошла сюда, значит, ты тихонечко веди туда. Не обязательно, что прямо сразу ты должен показать. Я ему объясняю. Я ему не читаю комментарии. Он плюнет и все. Психанет, скажет, что ты меня за дурака тут это самое. Так что... Как-то так. Платили бы мне от этого вранья деньги, тогда бы еще... Можно было бы сочинять что-нибудь. А мне не платят. Мне что врать-то? Мне что врать-то? Вот мне просто смешно, которые так пишут. Врет. Дороговато. Не позволишь ее на каждый день. Но если хочется, иногда хочется фарш, говядина со свининкой, с курочкой, кусочек возьмешь. Правда же? Правда. Вот. Ой, ну... Ладно. Проехали. Так, девчонки. Сейчас я руки водичкой попробую. И посмотрим. Если что, маслом можно. Наверное, маслом лучше. Сейчас я масло налью в чашку. И вот такие рваные у нас будут
Галушки. Да, сейчас я масло налью. Ну, минутки, наверное. Сколько? Минуточки три. Две, три. И доставать будем. Я, как всегда, не люблю забитой мукой, да. Можно было сделать по... Я видела, режут. Не хочу. Хочу так. Они так красивее даже получаются. Ну что, сейчас в масле. Извините, у меня там машинка. В общем, я сейчас нарву. Вот такие вот. Еще есть у меня тесто. Так. 3 минуты поварила. Сейчас еще. Ага. Следующее. Ну и все. Я думаю, что достаточно. Сейчас свет включу. Вот такая у нас хмурость. Девочки, кому-то идея. Вы посмотрите, какая это вкуснятина. Во! Вот такая вот вкуснятина. Супчик. Галушки. Покажу вам, какой супчик. Мяско. Просто картофельный. Ой, Саша будет рад. А здесь Лёша будет рад. И я буду рада. Ну и все. Я еще поперчу. Ну, а там в тарелочку положит каждый, что хочет. Хочет. Все выключаю. Сейчас все это постоит, настоится. И все. Так что, девчонки, я заканчиваю на этом видео. Я хочу еще к чаю испечь кое-что. Но это будет в другом видео. Так что всем пока. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, всего-всего хорошего, доброго, светлого. Всем пока, мои дорогие.